что тебя рейд говно и ты пидор. Чуть не семью проклял. За это войд с рейда. На семью войда обижаюсь, если я разобрался уже нормально. Вот. Поэтому нокдаун сейчас без гильдии собирает с алтшатом рейды. А шамана заходит, потому что пароль знает, вообще это шаман Вергилия. Я это вот уже знаю. Тогда он просто обиделся. Деререла. Он хилился, я уронил танка святую, написал РЛ дно. Так а зачем ты написал РЛ дно? Тебе это подняло самооценку? Нет, потому что он хуесосил других, я ему ответил. А, то значит, Войд провокатор. Он тебя спровоцировал, значит, это Войд виноват. Сейчас истинно говоришь. Сейчас еще 15 минут на фронте не обижался. Он будет подписать, и Андрюшка обижается. Он меня обозвал. Он меня обозвал. Одного подписали, и второго тут тоже. Не, ну... У нас какой-то тестер играет. Ой, да есть такой косяк. Кого-то хуесосить, да, например. Люди обижаются на него, начинают его хуесосить, а он кикает их из рейда. Ну, это не... И по делам им, пидорам. Сейчас лучше слышно. Войд, просто из-за тебя бывает люди нормальные ливают. Из гильдии. Не знаю ни одного такого, блядь, нормального. Вроде нокдаун нормальный. Альдеран человек не так себе, наверное, в отношении его было, но там тоже ГП ни о чем, просто из ничего ситуация. Тоже вот ливнул. Да не, он ливнул, по-моему, из-за того, что он это. Что-то там ну... на лече ему. У ГП дали Теренас, что ли, или что-то такое. Нет, он не из-за этого ливнул. Он ливнул из-за того, что ты ему дал 200 ГП на кота. Сказал, что ты не бил трэш котом. Вот. Из-за этого он ливнул всеми персонажами потом. Ну все, пиздец, у пацана не сложилось. Жизнь. Ну вот. Я тебе дал ГП кота на вафе. По твоей же логике, я должен был сделать это. Ты бы начал там, ныться бы, наверное. Да, мне дальше проще. Ну дал бы и дал. Блокируем, да. Разобрались, да, капа протот, тачит, я понимаю, трися кулаки. Ну ладно, этот резидента сказки и анакрелием капец. Я кулаки, я написал уже. В смысле ты написал? Я сказал, что я кулаки бафу. Капец, на этом разбирайтесь, то кулак, то каску, хапал, ВП5, ВТК протот. Ладно, удачи, с Богом. Держим кулаки за первый. Не знаю, на что я тельт пошел агрить. Маны нету ни у кого нихуя. Дайте именно ману пристыком. Ну, а ты говоришь, хороший человек. Видишь, как он делает. Похуй на хилов, агрит. Да чё ждать? Ну там, ману, конечно, можно было приснуть, а так. И тут... Лучше потом что-то еще пронести. Ману плеснуть. Как нахуй нам бафаться перед Халеоном? Сразу в нон-стопе пойдем агрить все. Ну, Халеона так просто не убьешь. Может, хотя там что? Может, Болтару подвести? Халеон, 5 минут вайп и снова ребаф. Слышь, Ваня, давай подведу Болтару. Да ты не, лучше не надо. Вы закливаете. Ну, после босса зайдите, мама то поставит там паладин рейги купит. Да у меня есть мама. Так, а что тут? Тильт, основа, моровинт, первую копию, капа вторую. Подождите, сейчас хилы ману, пусть пьют, не агрите. Там каски раздайте. Пристабаф дайте. Рыба. Устали это, мама, то чинитесь, там покупайте, что надо, кушайте рыбу.
каску, кто бафает? Не знаю, летис или резидента, что там разобрались. Я вот только выступил. У меня кулаки. Сейчас все будет, пацаны, сейчас все будет. Тогда третью ауру ставь, я броню поставлю. Давайте, святовые тильты делови. Каску помогу. Мана и есть. Перед мордой не стойте, чтобы вас не убило. Кто умрет перед мордой, будет потом у Вики Войда смотреть. Всю жизнь, блядь. Количество просмотров его будет поднимать. На то вся вторая копия. Хильте Моровинта тоже на вихре ходите, будет 30%, там танки хорошо прожмитесь. Все, можете прожиматься уже. Двое сильнее страдания. Давайте хильте Моровинта хорошо и добивайте вихрь, там танки отходите. Моровинт упал, там копию заберите. Спасибо. Резайте на крель и Моровинта. Я долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Дайте по Моровинту там каску, кулак. Короче, все есть, стиль, начинай. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но боюсь, тут замешаны. Слуги! Обратите их! В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. А где канул? Мелкий моб под боссом. Там заберите кто-то мелкого под боссом одного. Наверное, зайти не успел. Слуги, обратите их в пепел. Все, идемте на ту сторону, там пишите вверх, кто на какую ролику ДП получает. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало.
Давайте, шоу по тактике. Моровин, танчишь первый, заходишь во тьму, тильт, големов, автофазы, Алена и големов, хилы. Анакрия, Хазарак, свет, остальные все во тьме. Во тьме вой диспелит, свету, альпич подиспелишь на третьей фазе. Альпич подиспелит третью фазу. Мелкий трэш на капу, напуливаем все как обычно. Друиды, Атомс, Хазараку, Бестмод, Юриду. Заливайте инры. Четвертая пати остается добивать, кроме демона. Демон заходишь во тьму сразу. Как-то так. Смотрите, там что по бафам не хватает, чек на пул. А ты мне что предлагаешь, крит одеть? СПД для пидора. Так, что там? Все готовы? Ну давайте заходим за линию. Сейчас. Давайте заходим за линию. Все готовы, начинай. Ой, ты заснял этот идеальный пол? Первую метку в сторону выносить, Атомск, через кос возвращайся, туда чуть-чуть. Исправьте его, через кос возвращайся, бежим. Давайте смотрим лужи, нормально. Подведите мелкий трэш ближе на первой фазе к Халиону. Дима, не срывая грот, Джерри, она хитрит. Истерии ему там не давайте, если он просил, а то он умирать будет. Тильта диспельте. Смотрим, сейчас метеор будет, бежим. Давайте смотрим, куда лужа льется. Вреет, вреет, лужа вреет, аккуратно. РД играйте по большим, милики по мелким. ДК не заходи, подожди, не заходи пока. Давайте все в больших играйте, там отрезало пока путь. Все, ДК заходи. Рейд заходим. В тьме встаньте в печеньку, а то у вас ВП потом будет, когда лезвие сбреет, если шо. Скажешь, как? Заливайте там инер своим хилам. Капа выноси, заходите. А там паладин разобрались, по фридому молодцы. Во тьме, у кого аура тьмы, поставьте сосредоточие, каст ауру. Стоит. Стоит. Пропускай лезвие ближе к морде, да-да, вот так вот, молодец. Катапульта. 54. После метки будем выходить. После метки. Один. Не раньше. 51. После метки. Смотрим метка, портал не залейте. Лися, выноси. Выходим в свет, выходим. Бьем через взрыв. Первую метку в свету ровно назад выносим. Тотем выносируем, да, вот так вот, молодец. Так, метеорит падает. Падает, бежим.
Давайте смотрим, лужа будет литься. Давай идем рост во тьме. Рост во тьме, лужа в рейд. Свет только по трэшу играем. Свет только трэш бьем. РДД большие, милики маленьких. Во тьме рост. Во тьме рост дайте. Дайте РД больших, мерики маленьких, бейте. Колено не трогайте. Добейте большого. Все, свет, играем, как обычно, два мира. Квота выноси. Не было метки, да? Или это клип написал? Не было, не было, не было. Следующий я кину, придем, потом ты. Бежим. Окей. Давайте смотрим. Так, свет, стоп. Свет не бьем. Смотрим лужи. Смотрим лужи, две лужи в рейд. Две лужи, о, блять. Давайте. Нормально все, живем. Отводи мелких дальше, отводи мелких дальше. Хильте капу, хильте, хильте. Давайте больших маленьких бьем. Ну, большого РД, РД большого. Помогите добить мелкий трэш. Тьма стопайте, тьма стоп ДПС. Добейте мелких, бежим. Бежим, тьма не бьем. Капу хильте, хильте капу. Лужа в рейд. Давайте, тьма не... тьма бейте. Играем, как обычно, большие и маленькие. Атом с креса и Морталиса. Тьма не бейте, тьма стопайте. У нас лужи тут отрезали сильно. Добейте мелкий трэш, помогите. Тильта, хильте. Давайте бьем халёна. Что такое? Нормально все, бежим. Чего не падаете? Нормально, нормально. Так, напуливаем, лужи нормально. Клота, дай гимноману. Мортарис выноси. Клота, гимноману, ставьте тотем свету. Отводи мелкий трэш. Так, все присты, свет гимноману. Только трэш бьем. Капу хильте. А все инеры Хазараку дайте, дайте ему краску лапу пристабав. Свет только трэш бьем. Все, как обычно, играем свет. Добейте мелкий трэш. Смотрим, сейчас будет метеорит и будем перебегать. Дайте инер Хазараку, поворачивай на рейд, смещаемся. Так, смотрим, лужа в рейд. Давайте, играйте по трэшу, последний трэш, потом будем зергать. Большие, маленькие РТД, все инеры на Хазарака дайте. Протопал ты сможешь, дай руки Хазараку. А на клир хиль, там у шамана маны нету. Трися, выноси. Свет не бьем халё... О, все отлично, добиваем. Добиваем халёна. Бежим. Бежим, бежим. Трэш напуливаем и добиваем халёна. Все, добивайте халёна. Мах выноси и добивайте. Все, красавчики. О, глуп не поменял. А вы не идите. У вас есть ТРЛ. ТРЛ тоже тупой, я отказался по привычке. Шея на мой спик надо кому-то. Ты первый тратишь? Да, шо? Так, Верзила выиграл, шею Верзиле дайте. Же победный. Еще одна дает. Где-то там. Да, вот.